можете даже и на салат, перемешивайте и другой салат. Есть еще такая аджика, это именно грузинская. Здесь чеснока больше, да? Да, чеснок обязательно надо, чтобы у вас приправа сама по себе не испортилась. Приправа хранится очень долго. Только в сырости ее не держать. Вот такой. Сейчас, Таня, вот такую аджику берете, чуть-чуть масло растительное и с маслом. Вы перемешиваете, перемешиваете, добавляете, перемешиваете до вот такой густоты. Только масло, воды. Воду, чтобы оно вас хорошо. Зеленую аджику с грецким орехом. У нас еще есть вот такая, тоже кавказская. Вот такая вкусная аджика. Это как песто. Да, если как с грецким орехом, есть без грецкого ореха. Тут идет зелень кинца, тут идет чесночок, грецкий орех. Ça a l'air d'être ça, bon. Ça, ah oui, c'est comme pesto. Ah, c'est tous des trucs. Tu veux goûter, goûte-toi. Moi, je. Oui, mais je vais goûter. Prouvez-le. Non, мне не надо, мне не надо. Вы что? Дома буду пользоваться. Не, я зубы почистила, я не ем. Ça, c'est très bon. Много. C'est много вкусно. Ничего страшного. Attends. Куда? Ça, c'est la vraie halawa. La halawa, ah, fantastique. Et là, madame, c'est fantastique. Сейчас вот сигарет на рынке покупаю и выезжаю.